Всем мурмям, с вами, как всегда, Яна. И это... Так, я сейчас поняла. Надеюсь, звук нормально был, меня слышно. И это очередное видео по миру Дэнди. В последнее время я зачастила с видео про это... про эту игру. Так вот, сегодня я устрою очередную охоту на пёбла, потому что... Мне его надо буквально встретить два раза, чтобы до конца запомнить это. А сегодня более везение, потому что мне больше может повезти, потому что сегодня большой шанс на появление твист пёбла. Так что погнали. Вот уже катка. Что происходит? Блин, меня напрягает то, что у меня почему-то лагает. Я прям не понимаю, из-за чего типа лагает у меня. Я боюсь, как бы это не помешало самой игре. И блин, ну я думаю, ну можно же типа вот тут где-то укромно встану и постою немного. Просто я понимаю, у меня вначале начинает немного лагать. Зато надо хотя бы... Не знаю, до какого-нибудь этажа повыше дойти, чтобы у меня там перестало лагать. То у меня буквально игроки на месте ходят. Или телепортами передвигаются, за трэш какой-то. Я не понимаю, из-за чего у меня в последнее время интернет почему-то какой-то странный. Вот этот трэш какой-то. Я надеюсь, в сегодняшнем видео мы найдем два раза Роджера. И я смогу в конце видео его купить. Стоп, я сказала Роджера? Блин. Я хотела сказать Пёбла, а не Роджера. Ладно, вернусь, когда что-нибудь интересное у нас тут произойдет. И у меня перестанет лагать. А еще сюда ко мне ползет фильм. Надо от него скрыться. А где он? Я помню. Тут у нас фотосессия Роджеров. И зачем я чат открыла? Пожалуйста, не лагай. Я помню, один раз у нас была команда, состоящая из 6 Роджеров и 2 кубов. Это была вообще это прям клевая катка. Прям прикольно было. Я все скриншоты этой игры скидывала в свой телеграм-канал. В последнее время я там что-нибудь часто публикую. Так что можете туда заходить, подписываться. Ссылка на мой телеграм-канал в шапке профиля. Ну и еще, если не забуду, я вставлю QR-код, с помощью которого вы можете зайти в мой телеграм-канал. Какого фига? Нет! У меня вылетело, придется заново играть. Ой, спустя какое-то время я собрала команду, наконец-то. Это было трудно, потому что мало кто хотел в команду идти. Я понимаю, я сейчас пошла делать машину, но, возможно, у меня опять будет сильно лагать. Хотя на данный момент вроде как не лагает, вроде как нормально все. Я не знаю, почему тогда лагало. И почему тогда вылечила. Ну, сейчас вроде как вон люди ходят нормально. Что стоит? Так кто меня заметил? Так, вот так, сюда. Оп.
Все? Отстали. Что в чате происходит? Люди гении, они выбирают, кто будет отвлекать Пёбла. Хотя я сама загубо пыталась отвлекать Пёбла, это невозможно. Пёбл очень быстрый, он может, он легко догонит. Мне достаточно Пёбла один... Ладно. Мне достаточно Пёбла один раз на себя заагрить. И... Потом вторую катку с Пёблом. Вторую катку на поиске Пёбла. И тогда как раз я смогу купить Пёбла. Я надеюсь, я сделаю это сегодня. И куплю Пёбла в конце видео. Я буду очень рада. Мне как раз надо записать то, как я буду покупать Пёбла. Я хочу записать это. Я запишу это, и как раз это будет и на видео, и, возможно, и в Телеграме. Ну, это пока что я так думаю, если я смогу сегодня купить Пёбла. А если я куплю его потом, то уже видео с покупкой Пёбла будет у меня как раз таки в моем Телеграм-канале. Да нет, люди, 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 это конец. Мы разозлили Кристона. О, черт. Кто сюда бол... Что ты боксина? Космовитюк? Боже мой. Мы набрали нового команду. У меня вопрос в эту тишу вселились демоны или что? Все в чате пишут. Боже, в эту тишу что, демоны вселились или что? Почему она кружится? Не, насколько я знаю, это вроде как... Нет, 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 человек! Что она делает? Я знаю, что это читы какие-то вроде как. Блин, я бы тоже так хотела. Прикол такой, играешь, играешь, и тут начинаешь кружиться такой. Ну ладно. Я не понимаю, все равно прикол. Что? Чё? Кто умирает на первом этаже? Хоть бы мы встретили Пёбла, я не знаю, я, наверное... У меня ещё время, ну, грубо говоря, уже 7 вечера. Я, наверное, готова тут допоздна сидеть, лишь бы купить Пёбла. Но буду надеяться на свое везение и надеюсь его встречу. Это запись уже 32 минуты идет. Это... Что? Что? Это куда? Жаль, это тише сквозь стену такая, да? Что? Куда она тут взялась? Дэнди, как всегда, ничего хорошего. Да, я возвращаюсь раньше этого, какого там, пятого этажа. Но, черт побери, у нас на третьем этаже выключение света. Так. Нифига не видно. Я чуть ли к экрану не прислоняюсь, боже. У меня еще в комнате свет включен, и это немного на экран так отражает просто. Невыносимо. О, машина. А, ее делает. Тише.
Кого-то там кусают. Нет, кого-то убили. О, машина. Запись уже 37 минут идет, что? Скоро ваш один час, я чувствую, будет идти. Как мне это все монтировать? Трэш. Хотя я чувствую, само-то видео не будет прям так долго идти. Я же многие моменты вырезать буду. И теперь я вернусь явно уже на пятом этаже. Так, как обещала, вот пятый этаж. Гонщик нелегальный. Мой гад, это помогло убежать. Так. Пока что никаких успехов в поиске пёбла. А только успехи в встрече с Флаттер. Вон, летит. И вон Поппи ходит. Так, пробегаю пока Поппи куда-то ушла. Хорошо то, что надо 4 машины взять, а не 5. И надеюсь, мы не помрем на этом раунде. Хотя довольно-таки быстро идем. Команда хорошая. Вот. Что и последняя машина осталась. Ай, Флаттер, 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 Флаттер. Вон как раз таки последняя машина. Оденут ее. Все пусть сделают и надеюсь, на следующем этаже будет пёбл. Просто. Тише, беги. Так, что же у нас? Спасибо, Данди. Блин, жалко, что предмет нельзя 2 раза купить. Ну что, у меня фул хп. Нормально. Ой. Так, Тиша и Поппи. Пять машин сделать надо, черт. Ну, вернусь, наверное, на следующем этаже. Ну, в лифте, наверное. Теперь я буду сразу каждый этаж включать. Что? Погодите, что сказать хотя. Ну, типа, говорит что-то, у меня запись и так включена все время. И буду проверять, на каком же этаже мне попадется пёбл. И потом будет... Эта катка будет до того, пока я не встречу пёбла, или пока это у меня это... ХП не кончится. Вот теперь 7-й этаж. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Шансы на выживание очень маленькие.
Что я таким голосом разговариваю? Я вот прям молюсь, чтобы у меня сейчас прям вот всю запись была нормально слышно, чтобы я тут все 46 минут не сидела и не говорила, что такое просто. И судя по звукам, пёбла нету. Мне кажется, у меня этот уже топот лап, вот этот его, уже просто мерещится. Я так хочу его встретить. Да что говорит мне в последнее время, этот пёбл снится чуть ли не каждый день. Насколько я хочу встретить его. Боже, нифига не понятно, куда я иду. Тише. Тише! Зачем ты это сделала? Не надо, Роджер, отведи. Ага, машина, значит, занята. Ладно, пусть делают. Сейчас вон та загорится зеленым, потом вот это, да? Угу. Вот так. Можно к лифту идти. И бам. Ждем, когда Тиша добежит, и будет восьмой этаж. Я просто молюсь, чтобы был пёбл. Мне очень надо встретить пёбла. Ну, не знаю, думаю, вот это пригодится. Особенно, когда от пёбла убегать, типа, выносливость кончится, это самое то. Но, в принципе, почему от пёбла? От всех твистов? Что там пишут? Что? У меня одну... Что? Погодите. У меня одной сукатку держится 3 сердечка. Что, я на карту выпадаю? Вернусь, наверное, на этаже 9-м, или если на этом этаже не окажется пёбла. Так, вот 9-й этаж. И пёбла нету. А где пёбл? А нету пёбла. Пёбла потеряли. Я не знаю, я, наверное, когда, если мы в этой каске найдем пёбла, то... Я, наверное, уже, типа, и потом придется делать вторую катку, и тогда запись, наверное, заново включать, потому что она у меня уже 52 минуты идет. У меня... Блин, блин, блин! Фин! Фин, 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 уйти, 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 тихо. У меня уже время 7:20. Вечера. Записываю я уже 52 минуты. Ну, вернусь уже на этаже 10. Ура! Тут пёбл! Люди! О! Давайте, пошлите, пошлите! Ура! Да! Я рада! Посмотрите! Думаю, нет смысла идти дальше. Не, ну, есть смысл подобрать одну капсулу. Исследование пёбла. Да. А теперь, мне кажется, надо умереть и идти во вторую катку. Пёбл! Пёбл! Тяп-тяп-тяп-тяп!
Погоди-ка, вот теперь, чтобы точно прям это, прям то, что процент исследования собрается. Вот прям точно собирается. И давай. Никогда я так не радовалась тому, что меня это убьют. Собрала очередную команду. Боже, как я устала записывать это все. Я надеюсь, Пёбла встречу. Вернусь, как всегда, на пятом этаже. Тем более сейчас, когда у меня вообще нет желания что-то говорить, потому что я очень сильно устала. Ну что говорить, у меня тем более поздно уже. О, пластер. Ой. Зачем я два пластыря забрала? Надо было оставить кому-то. Блин. Люди, у нас второй этаж подряд царапка. Какого? Ура, меня Шелли ускорила. Теперь уже явно на пятом этаже вернусь. Я надеюсь, видео не получилось прям мега длинное. Так, как я и обещала, вот, на пятом этаже вернусь. Боже, как я устала. Просто не знаю, как описать то, как я устала. Думаю... Завтра Мир Дэнди не буду так много играть. Потому что отдохнуть, наверное, захочу. Ой, мне кажется, у меня видео прям максимально долгим получится. Я не знаю, может, я даже завтра уже монтировать буду, а не сегодня. Видео выйдет завтра, я не знаю. Вернулся на седьмом этаже. Вот и седьмой этаж. И кто тут? Тише. И, блин, я так устала, что я не знаю, что говорить. Еще время у меня еще позднее, спать охота. За что я рано сегодня проснулась. Вернулась, наверное, на следующем этаже. Потому что сейчас шансы на встречу Пёбла более высокие. Ура, люди! Тут Пёбл! Ура! Куда мою прелесть забрали? Пёбл ко мне! Ура, 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 ура! Наконец-то! Спустя столько мучений возвращаемся в лобби и... Так. Момент истины еще будет. Так. Наконец-то! Он у меня на 100% изучен. И... Идем сюда. И... Момент истины. Ура! Столько мучений, столько страданий, я купила его. Наконец-то, я так устала это видео записывать. И я наконец-то купила. Просто посмотрите, какое имя. Ну, я сфоткать его хочу. Просто какой он милый. Я так долго на него копила. И теперь он у меня есть. Ой, ладно.
Мне кажется, видео и так довольно-таки быстро, довольно-таки долгое получилось. Думаю, на этом можно заканчивать. Я добилась своего. Ну, на этом буду заканчивать, почему за мной бегает Тудус. Ну, на этом все. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была, как всегда, я, Дарт. Всем удачи и всем пока-пока. А еще не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в шапке профиля.